условиях, которые сегодня на Эстадио де ла Серамика. Тренер явно не преподнес сюрпризов сопернику и выбрал традиционную схему. Любопытно посмотреть, что из этого выйдет. Как думаешь, увидим мы сегодня их фирменный стиль, активный высокий прессинг? Конечно, это то, за счет чего они добиваются результата. И состав сегодня подобен именно с этой целью. Чемпион. Ману Тригерос. Даниэль Парехо. Парехо. Который сегодня на Эстадио де ла Серамика. Тренер явно не преподнес сюрпризов сопернику и выбрал традиционную схему. Любопытно посмотреть, что из этого выйдет. Как думаешь, увидим мы сегодня их фирменный стиль, активный высокий прессинг? Конечно, это то, за счет чего они добиваются результата. И состав сегодня подобен именно с этой целью. Чемпион. Ману Тригерос. Даниэль Парехо. Парехо. Условия, которые сегодня на Эстадио де ла Серамика. Тренер явно не преподнес сюрпризов сопернику и выбрал традиционную схему. Любопытно посмотреть, что из этого выйдет. Как думаешь, увидим мы сегодня их фирменный стиль, активный высокий прессинг? Конечно, это то, за счет чего они добиваются результата. И состав сегодня подобен именно с этой целью. Чемпион. Ману Тригерос. Даниэль Парехо. Парехо. Который сегодня на Эстадио де ла Серамика. Тренер явно не преподнес сюрпризов сопернику и выбрал традиционную схему. Любопытно посмотреть, что из этого выйдет. Как думаешь, увидим мы сегодня их фирменный стиль, активный высокий прессинг? Конечно, это то, за счет чего они добиваются результата. И состав сегодня подобен именно с этой целью. Чемпион. Ману Тригерос. Даниэль Парехо. Парехо. Условия, которые сегодня на Эстадио де ла Серамика. Тренер явно не преподнес сюрпризов сопернику и выбрал традиционную схему. Любопытно посмотреть, что из этого выйдет. Как думаешь, увидим мы сегодня их фирменный стиль, активный высокий прессинг? Конечно, это то, за счет чего они добиваются результата. И состав сегодня подобен именно с этой целью. Чемпион. Ману Тригерос. Даниэль Парехо. Парехо. Который сегодня на Эстадио де ла Серамика. Тренер явно не преподнес сюрпризов сопернику и выбрал традиционную схему. Любопытно посмотреть, что из этого выйдет. Как думаешь, увидим мы сегодня их фирменный стиль, активный высокий прессинг? Конечно, это то, за счет чего они добиваются результата. И состав сегодня подобен именно с этой целью. Чемпион. Ману Тригерос.
Даниэль Парехо.